Всем привет! Это ТипТоп ТВ, я Марина, и вы снова со мной, а я с вами. Сегодня мы с вами протестируем вот эти интересные формы из фольги с крышками, которые продаются в фикс-прайсе. Это новинка, стоит 77 рублей, здесь целых 10 штук. И нам с вами, конечно же, нужно посмотреть, как они себя ведут в деле, нужны ли такие формы. В описании сказано: набор форм с крышками идеально подходит для приготовления порционных кексов, запеканок, жульенов, мяса, рагу и многого другого. И благодаря фольгированным крышкам в формах удобно хранить готовые блюда, а также зелень и ягоды. То есть я поняла по описанию, что готовить нужно без крышки, потому что крышка, посмотрите, бумажная с одной стороны, а с другой она просто вот с наклеенной фольгой, фольгированная. Изготовлена в Китае, состав алюминий и картон. И использовать можно от минус 30 градусов до плюс 280. И размер у них 15 сантиметров, это от бортика до бортика, на 12, 4 сантиметра, это полезная высота. А готовить мы с вами будем сегодня очень вкусное блюдо, рулетики из баклажанов с мясным фаршем. Полный список ингредиентов вы найдете внизу под видео. Кстати, а вместо томатного соуса я буду использовать томатную пасту от Южного изобилия. Если вы помните, я ее тестировала, она продается в Светофоре. Мы с вами ее протестировали и сделали вывод, что это не томатная паста, а скорее всего томатный соус. И он как раз идеально подойдет к нашему сегодняшнему блюду. Мой домашний фарш из свинины уже разморозился. При прокручивании в мясорубке я сразу измельчила луковицу к мясу. И теперь осталось добавить зелень, чеснок, соль и специи. Для интересного вкуса начинки я добавлю в фарш немного тертого сыра. И убираем запекаться до размягчения. В нагретую духовку будем запекать 15 минут при температуре 190 градусов. Выкладываем томатный соус или измельченные томаты. Если нужно, посолите, добавьте тоже сюда приправ, зелени. И буду запекать при температуре 190 градусов около 25 минут. Посмотрим уже по готовности. Вот что у нас с вами получилось. Кстати, бортики не горячие совсем. Можно прямо за них брать, а вот донышко уже горячее. Смотрите, как красиво. Порционная подача. Если вам нужно взять эту закуску с собой в гости, просто накрываем чудо-крышками. Вот так. И пока еще горячее, закрываем, убираем по пакетам, в сумочку. Формы легкие. Это вам не стекло, не пластик. К тому же их можно помыть и использовать повторно. И посмотрим, что же у нас с крышкой тут приключилось. Попробовала я вот с закрытой крышкой готовить. С крышкой ничего не случилось, вот на ней только конденсат. Пробуем рулетики, они как раз немножко остыли. И тут самое главное не прорезать форму снизу. Ой, какая вкуснота, посмотрите, пар, ароматы непередаваемые, с чесночком. Ну вот и все на сегодня. Считаю, что тестирование этих форм прошло у нас с вами успешно. Запекать в них можно любые блюда. Это удобно, быстро и порционно в том числе. И запекать можно как без крышек, так и под крышечками. Тут огромный простор для творчества открывается у всех хозяек. К тому же экономно. 10 форм за 77 рублей. Форма алюминиевая, тонкая. Это значит, что в них все быстро приготовится. И считаю, что это полезная покупка из фикс-прайс в этот раз.
Ну а если это видео было вам полезно, а рецепт понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Все предыдущие формы, которые были в светофоре, жаропрочные или не жаропрочные, все у меня есть в тестировании. Ссылки, как всегда, под видео. Справа нажимаете на стрелочку, и инфобокс открывается волшебным образом. Всем пока, с вами была Марина, канал ТипТоп ТВ.